Все, погнали. Блять, я спасу, мне похуй! Да, отличная лута. Ой, это ДБД. А что это у вас такой какой-то зачуханистый здесь, какой-то заросший? Подъехал новый. Кто лохматый? 6+, блядь. О, вот и классика. Бля, я никогда в Вове не стоял, бля, в очереди 50 ебал, чтобы убить одного моба. Это просто, блядь. Причем моба на первом уровне. Пизда. Блин, а где стримерки? Ну что это такое? Почему я смотрю стримеров? Давайте мне секси тёлочек, прекрасных, смешных, интересных. Ну что это? Кто это? Что это за гений, блядь? Я просто не понимаю. Бля, представляю, этот чел сидит, блядь, и просто ждет стрима. Бля, скоро же Вилон запустит, и я пойду хуярить балумбы в чате, блядь. Я просто... Представляете, насколько этот человек счастлив, блядь? Но он не счастлив, когда я скажу, что ему скоро в школу, блядь. Ой, школу не напоминай. Пошел в школу, нахуй, иди рюкзак собирай, блядь. Балумбы нахуй рисуешь, блядь. Джем уже лихит. Как быстро достать 1000 рублей? Это российский свет. О, вот это интересно. Помоги. Который на звука! Это 10 000. Подъехал новый нян. Спасибо за донат, ебанат! Извини, пожалуйста. Сейчас я перед соком извинилась, не перед тобой. А можно мне 10 000, пожалуйста? Ебать, я плющит. Что там? Какой же низкий поступок после окончания отношения обливать говном свою бывшую девушку, зная, что ты имеешь огромную территорию и огромное влияние. Да, ты президент Украины. И хватит мне везде срать, что я шлюха и тварь, и... Спасибо большое, Вова, что ты натравил на меня свою огромную аудиторию. Это твое дело, но это... Спасибо, братишкин, что натравил меня на меня свою огромную аудиторию. Спасибо. Осуждаю. Низкий поступок с твоей стороны. Просто низкий. Это нормальный чилик. Так, чтобы я не казался уебаном, да? Низкий поступок. Сейчас мы поступок еще ниже сделаем. Умри, тварь! Он тебе подарил топовый комп, а ты даже ему не отсосала. Братишкин, лучше, а ты нет. Ёбаный уёбаный, иди нахуй, пошла нахуй, шлюха! Пиздец, а чего ты скривить? Так низко через сестру вымогать фотки! Пиздец. Ебать у них Санта-Барбара, пиздец, ужас. Не, ну я, конечно, осуждаю категорически ее поведение, просто... Не, серьезно, мне ее не жалко, я как бы вот, если верить в Вове, то там пиздец на самом деле. Зачем это стримить? Зачем это стримить? Зачем стримить, как ты рыдаешь и обсираешь, блядь, стримеру с 20... тысячной аудитории, это просто пиздец. Единственное, в чем проблема, если расстаетесь с женщиной своей, всегда это делать в жизни надо. Всегда. По интернету это, ну, это поступок уебана последнего. И вот единственный проеб это... Да, в жизни, чтобы ей в ёбочь прописать. Да, нахера это выносить, это точно. Она просто хочет похайпить и его аудиторию пересосать. Но я надеюсь, что все адекватные ребята не будут. А я, Ксюша. Ужас. А, я поняла. Почему Модесса такие невоспитанные, а? Надеюсь, дрон такого не делает. Осуждаю. Горлас. Не работает. Поехал новый
А, это рыбу, я только сейчас увидела. Поет. Горластая это громко. А, извините. Я просто пытаюсь мой микрофон подвинуть. Я не играю на стримах, потому что никому не интересно нахуй, как я играю на стримах, как и всем. Знаете, что я... Вот я честно скажу, что мои игровые стримы это самое скучное, неинтересное, дебильное, тупое, абсолютно никому не всратое... Всратый контент. Но зато стримерши другие по играм, которые думают, что они, у них интересный контент, стримят игры, на самом деле он тоже неинтересный, но вот они его стримят, а я не стримлю. Вот я умная, потому что я понимаю, что он неинтересный, и я его не стримлю. А есть те, кто стримит, и вот типа вот, да. Я считаю, что если ты не умеешь в игры, значит тебе не надо их стримить. Вот я не умею в игры играть на стриме, как бы вне стрима-то я в них играю. Вот, поэтому вот. Болтаешь тоже не интересно. Хуй ты тогда это забыл! А? Я сейчас мышка, у меня стул скрипит. Подъехал. Что? На чем маршрут? Я не понимаю. Чатик, срочно. Я не могу, блядь. Подъехал, но ты не... Сложно. Ой, блядь. Ёй, это вот эта ну, хуйня? Ну, папка это исключение. Папка это была интересная игра, но, к сожалению, я... Ой-ой-ой, это топчик вообще было. Ебать, не вспоминайте такие не вещи, нахуй, Ликсис прослезится, блядь, потом не пиздец. У нас, на ю-ю, у нас турнир был по ю-ю, можно было выиграть. Что-то там я тебе рассказываю, блядь, я один раз взял эту хуйню в руки, как уебал себе по носу, блядь, видно, да? Видно, нахуй. Не пиздун, блядь, видно. Я один раз уебал себе по носу, блядь, и это не шутка, нахуй. Я больше эту хуйню в жизни, я не понимал, как она работает, блядь. Я что-то крутил, блядь. Как она вообще возвращается назад, это вообще какая-то мистика, нахуй. Слушай, ну ладно, она вываливается, это ладно, но как она там, блядь, происходит. Это же вообще какое-то уебанство, да, блядь. Да, Финк, согласна с тобой. Я говорю, у меня проблемы, я уже пап перестала в рофу воспринимать. Это такая стадия, когда она переросла. И то, что читеры играют, это тоже. Хотя, блядь, на самом деле, похуй, я как не умела стрелять, так и не умею. Ох, читеры, не читеры. Покажи. О, я заходила на самом деле во время стрима к Михалине, когда она стримила со своей вот этой подругой. И, короче, я посмотрела, и ну, минут 15 я так и сидела. На самом деле хорошие девчонки, типа вообще там прикольные, там со своей там правдой, контентом. Но мне очень понравилась такая фраза. Вот эта девчонка, я не знаю, кто это, стримерша, не стримерша, она подруга вот Михалины. Она говорит такую фразу: мужики все изменяют. Ну, типа, там речь была про мужиков и все такое. И я подумала, типа, вот чего... А, они говорили про измены, то есть там вот этой тёлки изменяли и все такое. Я вот думаю, блин, ну вот это же тебе изменили, зачем такие вещи говорить? Как бы вот я верю, что мне никогда не изменят. И, ну, конечно, никогда не говори никогда, но by the way, как бы вот я, если встречаюсь, то я 100% уверена в человеке, что он мне никогда не изменит, у меня 100% доверие. Вот, но... Блин, как бы, это ж как вот надо думать и верить, что вот все мужики изменяют, значит, что все это как бы обречено, мне кажется, с будущим у девчонки. Ну, не знаю, я ничего плохого не могу сказать, это ее правда, но просто как бы ей уже изменяли, и она считает, что все мужики, типа, из животные, которым дай только мясо, и там... готовы изменить. Ну, хуй знает вообще, не согласна. Всем привет, искренне поздравляю. Всем привет. Всем привет. Вы приходите... ждали. Подожди. Вы ждали, вы просили, и я вот снова стримлю. Взяла свою какую-то шмоньку. Шмонька у тебя во рту. Была, твоя. Была моя. И у нас всегда, блин. Ты что, ты решил, блин, снимать домашнее порно? Ты просто снимаешь видос, выкладываешь на Pornhub. Не, ну просто... И там за то, что люди смотрят твой видос, просто громкие, за то, что они смотрят, тебе уже капает рекламу. Все мужики животные. Охуеть. Ну да, ты такое бать. Тело создала себе наверняка и показываешь себя так, к таким мужикам. Попробуй найти нормального чувака, который, блядь, не будет на тебя смотреть, как на кусок мяса. Нормальное тело. Там какая-то баба выкладывала то, что у нее ребят, по 10 кг в месяц уходит спокойно. Ребят, если вы изменяете, то это ваша проблема. Не изменяйте. Рублей? Не, да, конечно, блядь, рублей. Нахуй, блядь, тут сижу в этой доте. Я ничего не понимаю про доту, ребят, можно я скину, пожалуйста? Я не знаю, кто это, что это. А! Ебать! Просто...
Пиздец, он ворвался бензопилой. Не понимаю, что с ним? Что? Жесть. Он у меня просто. Он выглядит так, как будто он в Вов классе играет не дедушка. Да, за мной, да, за мной. 36. У него просто Вика похудела, что ли? Какое-то у нее лицо худое. Подъехал новый. Вот это попка. Ей за 30. Да, на Твиче тоже много жоп. Если вы хотите посмотреть на жопу, вы можете пройтись по ИРЛ разделу. Там кто-нибудь добудет. Я вчера смотрела стрим одной девочки. Она, короче, стояла просто, разговаривала, поправляла волосы и иногда дрыгалась. Вот реально, 30 секунд дрыганья, и она стоит снова. Поправляет волосы. Это была я, чувак. Это было кринжово. Согласна, узнали. Да, вообще современные стримерши, я считаю, пиздец, как ленились. Раньше вот реально были видосы, как кто-то кому-то сосет хотя бы, а сейчас просто фотки выкладывают свои и все. Ты на кого-то намекаешь 2К... на мятую. 2К19 там просто выложить фотки, ну охуеть. Отпугивает вообще вот это вот внешний вид полового члена, поэтому, не знаю, как бы там аккуратненький, ровненький, там, знаете, без всяких каких-нибудь там, блядь, я не знаю, там пулип каких-нибудь там, блядь, прыщей. И, короче, пиздец, мне такую хуйню кидают в директ, ребята, лучше вам не знать, поэтому не надо спрашивать, откуда я знаю. Я знаю по директу, поэтому, сказала Рина, отмазавшись, ну да. Я стримлю, что говорят, что им члены присылают, а мне даже члены не присылают. Да мне на самом деле тоже не присылают, я это по-другому помню. Ой, на самом деле... Просто как-то кидали мы всякие страшные члены и все. Даже не в директ, помню специально, чтобы мне я в телегу стишки и... какие-то пишут. Кто сказал, что время лечит? Вы что, ёбнутые? 5 минут за часа. А кто второй, блядь, кадр такую хуйню написал? Не буду жалеть тебя, ты этого не хочешь. Так мне не надо жалеть. Поэтому, ост, мяч. Разбил. Блядь, да ну попади ты уже нахуй, из жопы! Так, блядь. Я не надо нахуй! Кричать, блядь! Я ее ебу! Блядь! Ты умел делать колыбель ребенка? Кого, блядь? Ну, колыбель ребенка, это когда делаешь треугольничек. Я в нос в ебенку сделал разок, нахуй. Я больше ее, блядь, не использую. Я один раз покрутил. Третий левел. Так, понятно, блядь. Зажимай shift перед тем, как ягда собирать. Я знаю это, но видишь, типа, я хочу быстрее собирать. За шифта может теорию лагать. Я знаю про автолут. Из-за шифта лагая. БЛЯТЬ! Сука! Меня кикнуло нахуй. Пизда, бля, ну блядь, ну нет, блядь. Чел стримит мой стрим. Надеюсь, он стримит мой стрим, который не тот стрим, о котором мы все думаем. Когда, знаете, то чувство, когда включаешь стрим какой-то там бонгокам стримерши, чтобы забанили, там, сделать этот, как его, бунт на Твиче. А на самом деле ты включаешь стрим Ариньян, чтобы сделать бунт на Твиче, чтобы тебя забанили. Ну, вы поняли, такая должна быть шутка, типа, параллели стримов. Да, Бонга Камс и стримов Ариньян. Подъехал новый нет. Говорится, присуши, пацаны. Выпуск такс. Также в Ароте это страшных женских писем. А вот мне кажется, что страшных женских писем не бывает. Мне довольно нравятся женские писем. Что происходит?
конкуренция Ксюша Модеста. Да. Ну, знаешь, вот это мои любимые позы. Это вот там, вот так вот. Мразь конченая. Подъехал. Пиздюк. Чё, тварь, блядь, охуел? Кого, блядь?